Это «Утро в Петербурге». Продолжим важной для истории русского вокального искусства датой. Сегодня, 13 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения великого русского баса Федора Ивановича Шаляпина. Петербург стал одним из центров юбилейных торжеств. Федор Шаляпин – народный артист мира. Праздничный концерт именно с таким названием в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония» состоится в театре «Мюзик-холл». И мы рады приветствовать в нашей студии директора театра «Мюзик-холл» Юлию Стрижак. Здравствуйте, Юлия. И художественного руководителя театра маэстро Фабио Мастранджело. Фабио, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, концерт состоится завтра, в День всех влюбленных. Можно рассказать, что это такое своего совпадение, рода признание в любви великому басу? Да, ну, он очень любил женщин, поэтому кажется абсолютно, абсолютно уместно. Логично и уместно, да. Да. Дело в том, что не случайно именно мы делаем такой большой торжественный концерт. Мы вообще надеемся, что это будет основное торжество в Петербурге, связанное с Шаляпиным, потому что театр «Мюзик-холл» располагается в здании, которое является народным домом имени императора Николая II, а народный дом – его оперный зал, где именно находится наш театр. Это была одна из самых любимых сцен Федора Ивановича Шаляпина. Там действительно собирался народ, там собирались разные слои населения. Ему это очень нравилось, что он выступает не перед сословной публикой, а именно перед народом. И зал был огромный, он мог показать свое искусство, свой великолепный голос. Мы назвали свой концерт «Народный артист мира». С одной стороны, подчеркнуть простое происхождение Федора Ивановича, потому что он сам был из крестьян. Да. С другой стороны, он был первым народным артистом республики. Он это звание получил в 1918 году. Но потом и счастливо его лишился. Потом лишился в 27-м, но в 91-м, в перестройку, ему вернули это звание. Вернули. Но народный артист мира, потому что, конечно, он получил мировое признание. Ему покорили все мировые сцены. Он пел в «Метрополитен», в «Ла Скала», и в «Ковенгардене», и в нашем спектакле. Согласитесь, обычно это дело теноров или сопраны, да, быть такими мировыми звездами. А вот бас – это вообще просто первый случай. Это уникальный случай? В истории. Ну, довольно уникальный, конечно. Сегодня мы имеем Оскар, Ильдар Абдразаков и Оскар тоже Абдразаков, брат. Поэтому, конечно, ну, все знают, что в России рождаются самые-самые-самые лучшие басы мира. Но, конечно, он был первым и самый известный. Вот вы знаете, о чем я думаю в связи с Федором Ивановичем Шаляпиным? До нас дошли граммофонные записи великого певца. Но все мы прекрасно понимаем, каково было качество звукозаписи. К сожалению. Тогда, к сожалению. Да. А можем ли мы по этим записям все-таки судить о величии его таланта, в том числе и исполнительского, и о его великолепном тембре? Угу. Ну, мне кажется, во-первых, что да, конечно, я соглашусь, что, конечно, техника тогда была не так развита, как сегодня. Но, в принципе, конечно, для музыкального человека понять уровень его исполнения возможно в любом случае. Угу. И, конечно, надо здесь, мне кажется, необходимо делать параллель с другой известной фигурой русской культуры и музыки, конечно, это Сергей Васильевич Рахманинов, который родился также в 1873 году, они дружили, были на сцене много вместе, даже когда молодой совсем Рахманинов, 20-летний, закончил Московскую консерваторию оперы «Олеко», сразу в Большом театре в Москве ставили «Олеко», ставили сразу опера молодого композитора, и Шаляпин тогда пел, конечно, главную роль Олегу. Поэтому они дружили, и Рахманинов тоже очень много писал. Понятно, что тоже те же проблемы, да? Может быть, для инструментов чуть-чуть лучше качество. Тут-то подошло чуть-чуть, лучше. Но в любом случае, конечно, много писали о Шаляпине. Поэтому мы не только слышим, а мы читаем. И мы понимаем, что, конечно, отзывы коллег были вообще просто... просто восторг. Ну и то, что называется, простите меня, послужным списком, а те блестящие сцены мировые, которые вы пишете. Конечно, конечно, не просто так. Но давайте вернемся все-таки к завтрашнему концерту. Насколько я понимаю, нас ждет такое концертно-театральное действие, собранное из образов, которые Федор Иванович воплощал на сцене. Каких персонажей Шаляпина мы завтра увидим?
Ну, Фабио пригласил лучших басов, которые есть в нашей стране. К нам приедет из Москвы Скорик, Дмитрий Скориков, ну, наш... Великон опера. Да, и Михаил Петренко из Мариинского театра. Денис Беганский, молодой бас тоже из Мариинского театра, который с нами уже работал много. И, конечно, Александр Безруков. Они очень известные, молодые, красивые и очень талантливые. Образы, которые, конечно, Шаляпин создал в жизни, были особенными. Не просто потому, что он хорошо пел, а потому, что он впервые стал обращать очень много внимания на том, что надо хорошо гримироваться. Да. И это была его особенность, потому что он вышел на сцену, люди не узнавали. Не узнавали, да. И, это и просто фантастика. И два его персонажа просто вот невозможно было поверить, что это один и тот же человек. Он сам рисовал очень красиво. Существуют еще его рисунки, которые вообще просто, это восторг. Ну, когда говорят в России, что талантливый человек, Во всем талант. Да. Ну, вот это именно Шаляпин. И, конечно, у нас будет спектакль, вы правильно говорите, потому что это будет такой музыкальный спектакль. Ставит все это действие режиссер Виктор Высоцкий, художник Юлия Гольцова, ведет наш концерт Дмитрий Лысенков. Актер театра кино. Да, да. И таким образом придумал режиссер, что у нас будет как бы, ну, такая простая публика, ну, публика как бы, которая обсуждает Шаляпина, потому что он был очень популярной фигурой. О нем много судачили, много писали. И вот эта вот толпа, это, естественно, наши артисты театра мюзикл будут подбрасывать разные сведения о Шаляпине. А Дмитрий будет вести эту канву, и мы, конечно, будем освещать творческий путь артиста, конечно, его судьбу, его личную жизнь, а в судьбе Федора Ивановича, как в капле воды отразилась вся судьба России того времени, конечно. Потому что его простое происхождение и путь к славе, и он стал таким прямо аристократом, с такими манерами потрясающими, смог позволить себе разные красивые дома. Было у него две семьи, как известно, какое-то время параллельно. Много детей, которых Шаляпин обожал. Много друзей. Он дружил с лучшими людьми своего времени. И с Горьким, и с Коровиным, конечно. И с Врубелем, и с Серовым, и с Рахманиновым. И, конечно, мы постараемся в нашем спектакле отразить все. Это будет создан оригинальный видеоконтент. Будет использовано пространство нашего зала. При помощи мэппинга мы покажем вам все оперные сцены, на которых выступал Федор Иванович. Конечно, симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранжело, наш замечательный хор, наши солисты, конечно. Исполнят разные произведения. Да, еще Дмитрий Мулярчик. Да, из репертуара. Но я хочу добавить, простите, Юлия, что вас перебиваю, что этот концерт можно будет увидеть и на нашем телеканале. Да, смотрите. Мы всегда вам благодарны за это. Это просто очень-очень. Спасибо вам за это погружение в мир Федора Ивановича Шаляпина. Смотрите этот концерт, если у вас нет возможности лично прийти в мюзикл, 15 февраля в 22:55 на телеканале Санкт-Петербург.